Может быть, останешься? Хотя бы до утра. Давай, дорогой, останься. Женщина просит. Извини, не могу. Мне сваливать надо. Думаешь, за тобой не следят? Следят. Вот козлина. Неужто срисовал? Только не сегодня. Может быть, тебя покормить на дорожку? Времени нет. Ты лучше... Сорути мне пару бутербродов. Под Брянск перекушу. Ну, а к обеду уже буду в Киеве. Твою мать. А мной? Не перекусишь на дорожку? Центральный, я курьер. Объект становится на лыжи, будет уходить из города. Ну, говорит, что в Киев. Ну, что делать? Собирается, что? Вас понял. Приказано проводить до границы. А сколько до нее? Да это ж 700 километров. Раньше, чем до завтрашнего вечера, обратно не вернемся. Блин, а я семью хотел в свет вывести. Я с такой девочкой на завтра договорился. Слушай, а может, он здесь до утра зависнет? Ты слышишь, как старается? А там, гляди, смена. Максимум минут 10-15. Похоже на то. А счастье было так близко. А где еще с такой женщиной познакомлюсь? Могу помочь. Не безвозмездно, разумеется. В каком смысле? В прямом. И жена, и девочка останутся довольны. Но только через магазин. Ну, давайте разжечь, а то он уже вон кончает. Да легко. Две бутылки коньяка. Слушай, что это он придумал? А черт его знает. Серега Коваль мастер на всякие штуки. Собирается уходить. Держи. Бутерброды с ветчиной, с сыром, с рыбкой, как ты любишь. Спасибо. Я буду скучать. Я тоже. Ну все, пока. Слушай, что за хрень? Дверь не открывается. Ну, попробуй ключами. Я не помню, мы на ключ закрывали? Да замок не поворачивается. Не понял. Попробую. Что ж такое? Может быть, давай я, может быть,
Сантехнический клей. Застывает моментально. Я им косяк и замок залил. Унитаз, думать еще, хотел завтра подклеить. Ну ты кадр. Слушай, а если он МЧС вызовет? Он вызовет, мы завернем. А там, глядишь, и смена подоспеет. Внимание всем! Клиент находится в 7-м вагоне. Доложить готовность. На месте, 3-й. 2-й на месте. 4-й на месте. Почему молчит 5-й? Где 5-й, вашу мать? Так, 5-й на месте. Коляска прибыла по расписанию. Все в порядке, 1-й. Если пойдет в метро, 3-й и 2-й за ним. Все остальные страхуют сверху. Ребята, почаще меняйте ближний хвост. Я 7-й, это 1-й номер. Добро, 7-й. Здрасте, Гаван. Кать, тебе жить, что ли, надоело? Куда ты прешь, не глядя? Переход же рядом совсем. Да ладно, я же вижу, что машины нет. Давно здесь? Там пробка жуткая. Только подошла пробка. Пойду? Вся Москва в пробку превратится. Жить будем в пробках. Мой младший со своей невестой в пробке познакомился. И работать будут в пробках, и детей будут делать в пробках. А что случилось, Глэвон? Случилось 35 лет назад, когда я сопливой девчонкой в нашу контору работать пришла. Ага. Ну так идите на пенсию. У вас сколько внуков? 3? Вон целый фронт работы. Мне нельзя на пенсию, я там помру. А так еще протяну лет 20. Идет под красный, проверяется. Я стою на светофоре 1-м номером. Объект прошел под перекресток на красный. Я 4-й, выхожу на крюк. Добро, 4-й. Объект идет под красный. Остановился на светофоре. Внимание, груз вышел из такси. Уходит пешком на противоположную сторону. Ах, черт. Груз покоится в черный форт. Объект пересел в другую машину. Уходит в обратное направление. Там есть кто-нибудь? Все в порядке, 1-й. Иду за ним. Что у нас сегодня? Хвост? Хвост или установка. Что начальство на инструктаже скажет, то и будет. Без дела не останемся. Давай, наверх. Да, детишки резвятся, играют. Да я думаю, что эти игры лет на 5 потянут, если без телесных повреждений. Нам это надо. Значит, надо. Опа! Что надо, тетки? Давай. Во-первых, здороваться надо, племянчик. Нормально, выворачивай. Здорово. Чего во-вторых? А во-вторых, отпустите парня, отдайте все, что вы у него взяли. А в-третьих, валите отсюда. Да вы че, тетки? Это наш друган, он просто прикалывается. То, что сами валите. А то. Че, а то? Ты на кого пасть разинул, плесень, а? Только делать что сказано, пока мы добрые. Короче, так, корова. Считай, до 3 вас тут нет. 2,5. Смотри, тебе жить. Без 5-3. Стоять, стреляю! Чего себе? Значит так, двое злорца. Отпустили парня, все, что у него нарыли, на базу. Быстро, я не Минздрав, предупреждать не буду.
все вернули? Да. Не скули. Вы с учета от срока лет на 5 отпрыгнули минимум. А ты, Чушок, иди в больницу. Если до вечера железяку не снимут, руку придется ампутировать. Пойдем, Катюш. Здорово, братан! Здорово. Слушай, палку свою поднимай, а я к своим братанам еду на днюху. Кому? Ну, к Витьку Таганскому. Ну, давай, открывай, слушай, водка киснет. Здесь никакого Витька нет. А ты что, всех знаешь, что ли? Ну, типа того. Слушай, я сейчас своим братанам наберу, они приедут, они тебя на британский флаг порвут. Давай, звони. Ладно, открывай. Уголовный розыск. Ну и че? Ты что, перегрелся, что ли? Не мешай работать, а? Открывай давай, а то завтра проблемы будут. Ну, то завтра. Значит так, ну тебе номерочек, звони. Начальство прикажет, пропущу. Вас силами до хрена, а я здесь один. Разгребай потом за вами. Опаньки, приехали. Да я говорил, что на вокзале надо паковаться. Да, на арапа сюда не сунешься. И охрана наверняка у них прикормлена. Они хило живут, простые российские наркодилеры. Знаешь, давно они не прозябают где-нибудь в Капотне или в Выхино. Хорошо, хоть не на Рублевке. Да уж. Что делать-то будем? Да что делать? Установщиков вызывать, пока они товар не скинули. А что Пьер скажет? Да то же самое скажет, только матом. Кто у тебя сегодня на линии? Теща Мегера и Лумумба. Курбаши отсыпаются после ночной. Слушай, я все хотел тебя спросить. Позывные ты сам придумал или посоветовал кто? Твой вот этот Коваль в Маши. Это же у басмачей вроде как командир роты. Так точно. Ну так он служил в Таджикистане на границе. Вот местные басмачи его так и прозвали. Уважали очень. Там что-то серьезное? Да опера из обнона. Жидко. Обделайся, а нам, как всегда, подтирать. Ты пошли туда установщиков. Угу. И этого своего коваля Курбаши потом отдохнет. Онлайн. Дома? А что там? Понял. Адрес. Хорошо. Кто еще? Понял.
Буду. Ну как доберусь? Уже выехал. А, ты уже дома? Что-то рано сегодня. Коньячок с утра. Ну что, уже уходишь? Костюмчик, правильно. Нарядиться решил. Будешь мне мстить? Прям по горячим следам? А ты что думал? Только тебе все можно, да? Кончил хоть? Да какой там? Только начали. Ну ты, брат, извини. Я не хотел. Ну, ты понимаешь, так вышло. Понимаю, понимаю. Зовут-то тебя как? Михаил Беляев. Я сантехник. Вот фирма у нас такая. Муж на час. А у тебя тут труба в стояке течет. Ну вот я и... Да Михаил. Тут уже давно течет. Не первый год. А ты хотел за час управиться. А сантехника это ничего. Был бы ты банкиром, может, я тебя и пристрелил бы. Не люблю банкиров. А сантехника это нормально. Хороших сантехников беречь надо. Ты что над человеком издеваешься? Валентина Ефремовна? Взять на проводах. Сегодня вечером ваша дочь переезжает к вам. Да ничего, просто расходимся. Да? Так мы уже обо всем договорились. А что, Лиза? Лиза моя дочь. Была и будет. Да? А Елена сама вам все расскажет, что случилось. Галстучек не забудь надеть. Все. Из вещей можешь забрать все, что хочешь. Какой ты щедрый. Костюмчик не поможет. Коньяк забыл. Что стоишь, пойдем. О, привет, парни. Что угодно прекрасным дамам. Скорую помощь вызывали? Это мы. Понял. Наша помощь нужна? Отойдем, пошепчемся. Ага. Сначала пришел черный, потом мешаем. Хорошо. Пока, мальчики. Че это было? Чего-чего? Опушники приехали. Вызывай СОБР. Так, внимание всем. Работают наши соседи из семерки. Всем держать контроль за периметром и за выходом. Что-то пурга какая-то вокруг вертится. Непонятно. Менты мутят. Мы их отшили, вот они круги нарезают по периметру. Пасут, наверное, кого-то. Ты доложил? Доложил. Записал. Все по инструкции и согласно закону в оперативно-розыскную деятельность. А то привыкли к сивой в морду тыкать. Не те времена. Времена всегда те. Ты, блядь, кто это такие? Да, черт знает, сейчас выясним. Красавица, а что мы тут делаем? О, здрасте, вас-то нам как раз и нужно. Меня? Ну да, вы же из охраны. Ну да. А мы телекомпания НТВ, программа «Чрезвычайные происшествия». Готовим передачу о работе частных охранных предприятий. Не могли бы вы нам оказать посильную помощь? Ну, помочь всегда можно, а документики с кем-то имеются? Обижаете? Как же мы к таким мужчинам и без документов? Слышь, командир, горю синим пламенем. Выручай, тройной тариф. Тут недалеко.
Не по адресу, братан. Вон же хат такси пасут. Это к ним. Слышь, братух, ну если я к моей Герлен на этой барбухайке приеду, моя акция вообще рухнут ниже плинтуса. И так пришлось на андеграунде добираться, пробки кругом. У тебя, смотрю, машина по статусу. Выручай, ну ты же мужик, должен понять. Ладно, садись, куда рулить? Два светофора прямо и направо. Алло, зайчик? Зайчик, 10 минут я у тебя, да. Угу. В твоих объятиях. Все, целую, малыш. Пока. А хорошо ли вам платят? Ну, по нынешним меркам нормально, на жизнь хватает. Хотя много денег не бывает. Да, но и всех тоже не заработаешь, верно? Это точно. Хотя на ужин с красивой девушкой хватит. Я, кстати, в 18:00 освобождаюсь. Тут кабачок есть неплохой, с приличной кухней. Как ты насчет поужинать вместе? Честно говоря, обожаю приличную кухню и ненавижу ужинать одна. Только давай, прежде чем ты закончишь свою работу, я закончу свою. Окей? Окей. Знаешь что, я хочу снять, как вы несете службу. Так, давай ты сейчас выйдешь туда, а я возьму планчик отсюда так, чтобы красиво смотрелось через мониторы. Только лица серьезные, как будто нас здесь нет. Ты что, их там оставил? Ну, хотят для ракурса снять. Как мы службу тащим? Ну, чтобы все правильно было. Да ты что они там возьмут? Мониторы, что ли? Машина из квартиры 483. Данные на владельца готовы. В историю попадем. Ну что, ребят, спасибо огромное. Вы нам очень помогли. Да не за что. Ну что, как насчет поужинать-то? Да не вопрос. Давай пиши свой номер телефона, а ближе к 6 я тебя наберу. Куда? Шефа к бабе привез. А кому? Слышь, командир, как глазами найду, по цифрам не помню. Ну ты должен знать, Люсьен из «Газпрома». Ну ты позвони, пусть пропуск закажет. А, короче, не гордый, сам дойду. Бабуля, свободен, семи подашь. Это тебе за бдительность. Ну что, всегда такой, что ли? Да не боись, он на автопилоте сам дойдет. Ему не впервой. Давай до вечера. Давай. Пока. А этот с букетом куда пошел? Говорит, к бабе. Какой? Да кто его знает, он сам никакой. А что пустил? О, неплохо. А если не найдет, мы его поможем. За отдельный тариф. Люсенька, это я. Котик, открой, я уже пришел. Тебе кого? Не понял. Люсь, ты что, все говорят, что обезьяну завела, что ли? Где Люська? Нет тут никакой Люси, ошибся, Иди. Кто? Че ты мне фуфло гонишь? Конечно, ну пропусти. Люсь, ты меня что, на араба променяла? Люська, ты где, а? Нет. Опа! Не понял! А че за сейшн, а?
Слышите, вы кто? Братья по разуму. Вам кого? Мне? Мне Люську, ну, в смысле, Людмилу Вельскую Борисовну. Мужики, а это какая квартира? 483-я. А вам какую нужно? Мне 183-я. Все, понял, парни, понял. Извините, простите, удаляюсь, ну-ка, пардон. Ну чего, ребят, ты, ну отдай. Ты куда же, ну, пошутил? Что ты меня щупаешь, и что у тебя курица, что ли? Ведите себя спокойно, и все будет хорошо. Да. Слушайте, а вы сейчас не менты, а? И будешь шпионы. А вам какая разница? Мне? Да мне вообще по барабану, какая у меня. Людка обалдеет, она оборжется, когда узнает, что я к вам вот так вот сюда это. Итак, молодой человек, присядьте. Благодарю. Сейчас мы позвоним вашей девушке. Если она придет за вами, мы не будем мешать вашему счастью. Окей? Не вопрос. Мобилу верните. Я сам позвоню. Номер какой? А 8. Ну, крайний набери, там я недавно набирал. Любимая, правильно? Людмила, да. А, ну, Людмила Борисовна, да. Слушаю тебя, котик. Да, я. Кто это? А как он у вас оказался? Он пьяный, наверное. Людмила Борисовна, вы особо не волнуйтесь. Да, мы просто переживаем, чтобы ваш друг в целости и сохранности добрался до дома. Нет, сами проводить мы его не можем. Да, передаю трубку. О, мерси, мерси. А онлайн? Да, котенок. Ну что там? Попал наш Сережа. Серьезно? Да, самое яблочко. Блин. Ну что там, девчонки? Ой, да жопа полная, ребята. Все подтвердилось. Квартира 483. Наш человек у них на мушке. У вас 10 минут. Они вооружены? Сказал, что да, значит, серьезно. Они ждут женщину, она с вами пойдет. Внимание всем. Захват. Квартира 483. С охраной, без соплей. Ну, чтоб чисто. Все, пошли. Куда? Милиция, спокойно. Открывай, не дергайся. Работаем, понял? Понял. Ну все, я убегаю. Давай, мне через часа полтора. Добро. Привет, брат. О, моя. Ну что, где моя голубка? Ну, заходи и забирай. Она на ногах и стоит. Главное, чтобы все остальное стояло. Верно? Оружие на работу! Не работай, сэра! Ах ты, шакал! Ну-ка, иди сюда! Руки, чтоб я видел! Чисто! Чисто! Серега! Серег! Я же говорила. Раз на алкоголь реагирует, значит, все в порядке. Ну чего, как ты? Шесть-четыре. Бредит. Скорее жив, чем мертв. Удачно зашли. Самое главное, вовремя. Начальник,
Мы здесь вообще случайно, это все не наше. Сейчас пальчики откатаем и посмотрим, ваше или не ваше. Катюш, подожди меня около лифта. Это тебе приложу. Должок не хочешь вернуть? Mm-mm. Пойдем поговорим. Классно сработали. Еще бы чуток, и покупатели с товаром слиняли бы. Спасибо. Отмечу в рапорте. Мне твое спасибо, как пингвин уливчик. С тебя пятихатка. Откуда такие тарифы-то? Овес нынче дорог? Кризис. Такси, цветы. Он на лекарства. Реквизит не бутафория. Давай, давай. Могу порошком отсыпать, пока не взвесили. А баксы уже в протоколе. Это ты жене расскажешь? Давай бабки, ладно, не злобись. А реквизиты куда? За моральный ущерб. Ну что, ужинать будем? Начальство нам что сказать? Наберете 02, там объяснят. Шесть три? Не так печально, 6-4. Серег, ты вроде выходной сегодня. Домой? Не, там моя к матери собирается переезжать в контору. Опять? Ну, я думаю, что это все, конец. Олигарха бы все простил, на сантехнике. Сантехника, это серьезно. Девочки, вас просят. Куплю внучке ботиночки на осень. Ну и жлобу этому обнули. Там баксов целый чемодан. Себе не босники сладчикнули. Катюш, никогда не считай чужие деньги. Неблагодарное занятие. Привет, Макс. Привет. Привет. Физкульт, привет. Салам алейкум. Слушай, ты что, сегодня выходной? Знаешь ли, предпочитаю гореть на работе, чем без нее. Сам знаешь, сейчас безработица, увольнение, переаттестации. Вот появился выходной на работе, а начальство оценило, и, глядишь, не сократят. Нас-то куда сокращать? И так работать некому. Ну, пускай гаишников сокращают. Со штабов всех дармоедов вычистят. Сейчас они тебя вычистят. У меня подруга в главке работает в пресс-службе. Они там прекрасно себя чувствуют. И плевать хотели на все сокращения. Чем она занимается пресс-служба? Пресс-служба? Ну? Чем-чем? Лапшу на уши население вешает. Нет. Через средства массовой информации. Да у них там народу столько, что каждый месяц премия и квартальная материальная помощь. Лапшу на уши вешать народу – это, конечно, дело серьезное. О, посмотри, сколько народу. Малым числом не возьмешь. О, пожрать привезли. Ой, удачная охота? Ну так себе. Если нас сразу бы на это дело кинули, то, может быть, обошлось бы без этого. Так, так. Я всегда говорил, каждый должен заниматься своим делом. Слесарю, слесарева.
Кесарю Кесарева. Ой, Сократ ты наш. Ребятки, я вам сейчас мазь дам. Чебрец с бодягой. Через час уже вообще ничего видно не будет. Проверенное средство. Может, поедим сначала? Да нет, пускай намажут. Через полчаса будет поздно. Фу, воняет-то как, а? Мам родная, меня сейчас тошнит. Через 5 минут принюхаешься. Давай. Давай быстрее. Поможешь, может, сыр нарежь? Угу. Ну ты как, не сильно приложили? Мой экс бывал и посильнее прикладывал. Слушай, кстати, давно хотел тебя спросить, а что у тебя эти цифры на кубиках, значит? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Слушай, не придуривайся, а я серьезно. Это все знают, кроме меня? Все очень просто. Черный камень показывает, насколько опасна ситуация. Белый камень показывает, насколько мне в ней повезет. Система оценки шестибальная. Социализм – это финансовый кризис. Просто нам нужны изменения. Как же они достались с этим кризисом? Куда ни плюнешь, везде кризис. Как-то больше поговорить не о чем. Да хорошо, хоть не вру, что все хорошо. Помните, в 98-м, когда кризис жахнул, со всех каналов кричали, что все под контролем, а в магазинах ценники менялись каждый час. А мне Стаха тогда первенца родила. Да тогда все чуть не родили. А я слыхал, что на Западе в новостях про плохое не говорят, чтобы народ не нервировать. Да, у них новости как шоу, под пивко с орешками. А зато у нас под водку, стоя и не чокаясь. Это точно. Ну что, Максик, наливай. Ну и рожа у вас. Давай, пока вечно не приехал. Кстати, где он? На оперативке, в управе. Вот-вот должен подойти. Ну что? Ну, поехали. За любовь, за дружбу. И за 7-ю службу. Вперед. Так. А по какому случаю праздник? Мам, дорогая, что такое? Семен Ефимович, мастер побоев. Последствия некомпетентности коллег из наркоконтроля. Никогда работать научится. Бог даст, никогда. Если все службы будут выполнять свою работу так, как надо, то мы без работы останемся. А так все чин по чину. Они обделались, мы подтерли. Не переживай. На ближайшие 100 лет всем работы хватит. А вы, товарищ подполковник, ясновидящий, что ли? Тогда скажите, что будет со мной через 10 лет. Через 10 не знаю. А через 10 минут ждет тебя дорога дальняя. Так что смываем макияж и поконим. Слушай, а побои? Масть еще не подействовала. Ничего, ничего, перебьетесь. Значит так, работаем в 2 хвоста. Аглая с Катериной, установка по жилому сектору. Прикрытие работники собеса. Кого устанавливаем? Дезертира. Пацан сбежал из части. Есть информация, что залег где-то у подруги в Чертаново. Подробности в местном РОВД. Да там район поиска всего-то несколько домов. Спасибо, что хоть не все Чертаново. Ну, а мы? А вы хвост. Прикрытие по обстановке. Рубашечку-то, Сереж, смени. Само собой. Через час принимаете клиента у оперов на Ваганьковском. Так. Ну? Клиента в лицо знаешь? Есть фотография. Не факт, что он ей соответствует. Есть информация, что он пластику сделал. Силу поменял. Убери, убери. Он в бегах с 94-го года. Старая информация. Правдин. Валерий Валерьевич. Под каким именем сейчас живет, неизвестно. Что же он такое натворил-то? Денег спер немерен. А цифра такая, про которую даже в школе не рассказывают. Типа Мавроди? Ну, типа того. Почему решили, что он здесь появится? Да, у него здесь старая любовь лежит. 30 назад умерла. Вот он к ней каждый год, как по расписанию. В один и тот же день, в один и тот же час на могилку приходит. А знаешь, кто сдала? Другая старая любовь. На смертном одре решил раскаяться. Под конец свинью подложить. А что, прямо здесь не хотите упаковать? Так может, он не сам цветочки носит. Приказано проследить, установить. Ну, наш клиент. Вижу. Пост сдал. Пост принял. Мы здесь неподалеку будем.
Держитесь на расстоянии. Лумумба. Клиент выходит. Мужчина в возрасте. Черная кепка. Синий плащ. Очки. Добро, Курбаши. Я на месте. Серега, он проверяется. Да вижу, вижу. Догоняй. Тихо, тихо, притормози. Надо было в два хвоста работать. Они не знают, что он такой крученный? Поэтому мы здесь. Ничего себе. Так засекут и все, а мы виноваты опять. Держи его на дистанции, я выйду. Что за дела? Мадам, прошу прощения, помощи и сострадания. Вообще-то, мадемуазель. Миль пардон, мадемуазель. Виноват, каюсь. Ну и в чем же я должна вам сострадать, юноша? Ах, вы мне льстите, сударыня. Если можно, будьте добры, вот за этой черной машиной. Всегда мечтала услышать такие слова в реальной жизни. Кого догоняем? Ничего нового. Любовника жены. Как романтично. Обычно следят за женой. Я извращенец. Аккуратней, пешеход. Только пешеходов тут не хватало. Всех попустишь пока. Как намеренно оплачен? Ну, форма оплаты, размер, валюта. На ваше усмотрение. Заметьте, не я это сказала. Кстати, Юля, для друзей Джульетта. Роман, для подруг Ромео. Еще. Прости, нервы не к черту, я все боюсь, что за мной кто-то следит. Кому ты нужен, кроме меня? А ты знаешь, сколько мне могут дать, если меня найдут? Ну сколько? Суток 15? 5 лет. Сколько? Ты так шутишь? Если бы я просто сбежал, то, может быть, я оделся бы легким испугом. А побег с оружием — это дело серьезное. Вот так. Зачем ты его вообще с собой взял? А куда бы его девать? Я же с поста ушел. Если бы я его выкинул, кто бы мне потом поверил, что я бандитом каким-нибудь не продал его. А, кстати, за это еще 2 года могут добавить. За что? За самовольное оставление боевого поста.
Господи. Юрочка, а что же мы теперь будем делать? Не знаю. Но я в часть больше не вернусь. А если силы привезут, то я их всех точно убью. Сначала всех дембелей, потом родного, а потом сам застрелюсь. Тише. Вера, брось. Я тебя прошу, перестань. Юрка, хороший мой. Я тебя очень прошу. Сдайся. Да. Пойду. Вот только с духом соберусь и пойду. Я в милицию сдамся, там непредвзято разберутся. Тебе сейчас главное глупость какую-то не утворить, никого не стрелить. Я что, псих, по-твоему? Теперь даже случайно не выстрелит. Ну вот, девочки, где-то здесь. А конкретно нельзя, мальчик? Никак нет, все, что имеем, здесь. А точно, что один из этих домов? Вот этого я не могу сказать, но исходя из источника информации, вполне возможно. А что за источник? Мать навела. Жили они здесь раньше. Да и сын говорил, что подруга живет по старому адресу. Но ни имени, ни фамилии, ни других данных. Это что ж получается, что мамаша навела на своего родимого сыночка? Так если его сейчас поймают, может, еще и не посадят. А вот если он кого из автомата положит, так это совсем другой расклад. Ну, правильно рассуждает. Выбор-то небольшой. Либо максимум 2, либо минимум 10. Я бы тоже раскололась. Подругу по возрасту побивали? Когда? Только утром информация пришла. Дали бы денька 2-3, я бы сам бы вычислил. Так ведь уйти может. Или еще хуже, оружие применил. Ладно, понятно. Свободен. Будут результаты, сообщим. Давай, не отсвечивай. Удачи вам, девчонки. Да. Ну что, Катюха, давай, эти два дома твои. Ну, а это мне. До скольки работы могла, Ивана? Я думаю, часиков до 9. Сейчас народ пуганный, они уже позже не откроют. Твое прикрытие – социологический опрос по проблемам молодежи. Добро. Сейчас близко не подъезжайте. Прямо шпионский роман какой-то. Ваша фамилия не Фондорин? Гораздо скромнее. Бонд. Джеймс Бонд. А как же Ромео? Это оперативный псевдоним. Тогда я Харри. Мата Харри. Ой, погубит меня моя доверчивость. Не корите себя. Вы хорошая, добрая девушка. Это обманчивое впечатление. На самом деле я злая и вредна. Мама в детстве привязывала мне на шею котлету, чтобы наша собака согласилась со мной поиграть. Давайте-ка за ним. Ближе держитесь. Быстрее! Ну уйдет же! Тут яма. Не видите? И вообще, что вы кричите? Извините, сам виноват, расслабился. Спасибо. День добрый. Слышь, братуха, тут сейчас черный ровер мужика высадил. Не видел, какой подъездишь? Мент, что ли? Да кореш денег должен, вот и бегает. Ни хрена давай. И бегать не любит. Хорошая у вас собачка. Что за порода? Южноафриканский бурбуль. Пол задницы за раз откусывает. Так что насчет мужика-то? Ищи. Ищущий добрящий. Спасибо.
Что там? Деточка, открой, пожалуйста, бабушке. Бабушка старенькая, совсем память потеряла, не помню код. Открой, деточка. А вы, бабушка, ключом откройте. У вас же ключ должен быть. Сантехник из ДЭЗа, коммуникации проверяем. Чего проверка? Трубы смотреть будем. А вам должны были код дать, если вы из ДЭЗа. Пить мне если надо. При чем здесь пить? Задолбали, блин, со своей бдительностью. Где тут подсказки-то? День добрый. Я журналист. Вы не могли бы ответить на пару вопросов? Вот мое удостоверение. Чем обязан? Здравствуйте. Моя фамилия Григорьев. Я провожу журналистское расследование. Не могли бы вы ответить на несколько вопросов? Пресса, значит. Откуда? Из газеты. Ну-ну. Давненько ко мне что-то из вашей газеты не заходили. В смысле? Ну, в том смысле, что я вашего брата, журналиста, под любой лючиной узнаю. Что было дело? Да дело было, статья была, и срок был. Ну, заходи. Ботинки снимай, проходи на кухню. Ну, садись, журналист. Ты, небось, майор, не ниже. Капитан? Чё так? Вроде не мальчик уже. Все, капитан. С начальством дружить не умею. Бессученный, значит. Выпьешь? Нальешь, выпью. Если не секрет, по какой статье в срок мотали? Это, капитан, уголовники мотают. А политически отбывают. Хорошо. По какой статье отбывали? Да, неудачно рассказал анекдот по-прежнему. А в то время у партии с юмором слабовато было. Вот я этот анекдот. Потом 10 лет по Сибири рассказывал. Ну что, до знакомства? Да вроде не знакомились еще. Меня Сергеем зовут. Валерий Валерьевич. Правдин. Ну ты че, окаменел-то? Значит, прав я был, по мою душу пришел. Ну что вы выпустили? Пей! Здравствуйте. Добрый день. Бог помощь. Вы из райсобеса? Да нет, не из райсобеса. Я из комитета солдатских матерей. А-а-а. Вот за помощью к вам пришла. А чем же мы можем помочь, девонька? Вы понимаете, дело очень серьезное, очень сложное. Нужно спасти человека. Да вы, девушка, садитесь. Спасибо. В ногах правды нет. А что случилось? Ну, что там? Вроде тихо. Вроде или тихо? Да тихо, тихо. Тут какие-то старухи уже 3 часа сидят, языки чешут. Слышь, Череп, верно базарят, что обратно хотят в Ишрак вернуть? Верно. А ты что, беспокоишься? Так мы 2 ментов вольнули. Одного точняк наглухо. Раньше за такие дела сходу в Ишрак давали. А вдруг и сейчас начнут? Глянь, как гайки завернули. Не б***ь. Вернут нам не светит. Мы ментов до принятия завалили. Закон обратной силы не имеет, книжки надо читать. Валить отсюда надо, а не книжки читать. До границы и за кордон. Дочка, я тебе точно скажу, что он у Верочки.
Строговой, 254-й квартире. Больше не у кого. Да девочка-то она хорошая, ты не греши на нее. У нее мать с хохолями, то на юг, то за границу уедет, а сейчас так вообще укатил на Майорку. На Майорку. Это остров такой, в океане. Неважно. Но она деньги исправно ей посылает. А девочка тратит только на учебу. Ни по танцулькам, ни по кабакам не бегает. А что, она беглеца приютила? Так вы сами знаете, по телевизору показывают, как в армии-то относятся. Там и бьют их, и деньги отбирают. Кто же это вытерпит? Вот они и бегут, ребята-то. Да, спасибо. Спасибо вам большое от всех солдатских матерей. Помогли вы мне. Ну, пойду я. До свидания. Дочка, до свидания. А что ему будет-то? Посадят, наверное. Ну почему? Если он ничего не натворил, отстоим. Переведем в другую часть, командиров накажут, так что все в порядке. Спасибо вам большое. До свидания. До свидания, до свидания. Там баба какая-то шатается по подъезду. Что за баба? А кто ее знает? Молодуха лет 25, не больше. К нам стучала, и я не открыл. Что хочет? Да, вроде опрос какой-то. Слышно плохо было. Стрёмная тема. Часто у вас так ходят с опросами? При мне первый раз. Так. Значит так. Еще раз стукнет, открой, тащи сюда. А если больше не стукнет? Ты все равно тащи. Что сказать, как? Не дурнее паровоза. А у Линки Семеновой едва школу девка закончила. Так у нее кавалеров куча. Простите, пожалуйста. Да, слушаю. Все поняла, выхожу. А из 137-й, то наоборот, на машинах все время богатых приезжает. Уезжает, приезжает. Вы простите меня, пожалуйста, меня срочно вызывают. Давайте я к вам завтра забегу, вы мне все подробно расскажете, хорошо? Ты обязательно только приходи, потому что я все про всех знаю. Все про всех вижу. Да-да-да. И, А что, лифт не работает у вас? Так, может, и не работает. Вот у нас там лестница. Так мы тоже же не ангелами были, понимаете? Но у нас... Вот козлы, а. Делать им нечего. Помочь, девушка? Если сил, конечно, хватит. А то я, в принципе, по лестнице не развалюсь. Ну зачем же? Сделай в лучшем виде. Побаловался кто-то. И сиська. Да так, подруги приезжала. А ее дома нет. А чего не созвонились? А не слишком много текста, молодой человек. Что, думаешь, я пацан, что ли? Что я не понимал, что эта пирамида рано или поздно рухнет? И что все хозяева с деньгами разбегутся кто куда? Да только обидно стало, что эта мразь народ обманывает. И деньги с них стрижет. А власть, которая должна их сажать, прикрывает. И барышню при этом наживает. Вот я решил как-то установить справедливость. Ну, где-то примерно за месяц, до того, как все это должно было развалиться, замутил я одну операцию финансовую. И когда все это рухнуло, на счетах оказались одни нули и концов никаких. Представь, я финансистом был. Кстати, очень неплохим, начальство меня ценило. И на зоне я воровской общак держал, хотя не блатной. Уважали, знали, что у меня не пропадет. Хороший вор у плохого кошелек украл. А ты, пацан, осади. Я в жизни своей чужой копейки не брал. А то, что этих гадов наказал, это не в счет. Не для себя брал. А для кого? Сидишь на бабках и ждешь, пока тут светлое будущее настанет? Не настанет. Его в этой стране для тебя никогда не настанет. Я тебе отвечаю. А денег-то нет. То есть как это нет? А вот так. От людей пришло, к людям и вернулось. Переведи.
Переведу. Ну, правда, не все. Квартиру себе купил, новые документы сделал. Ну, морду лица маленько поправил, а то бы нашли. Но только все это мелочевка. Ну, так остальные-то где? Денег ведь немерено было. Ну что, ментовка, очухалась? Череп! Эй, мужики, вы чего? Что вам от меня нужно? Мужики в поле пашут. Здесь вопросы мы задаем, подруга, ты отвечаешь. Будешь орать, кончим, это понятно. Так, кого ты тут пасешь? Ребят, вы что, меня с кем-то спутали, что ли? Я к подруге. Ну, заткнись, сука. Я тебя сразу срисовал. Че, задумалась? Много ваших тут? Вот попало-то, а? Давай, рассказывай. Ладно, только до конца выслушайте, хорошо? И руки развяжите. Ну, сначала я деньги в детские дома посылал. Тут потом понял, что до детишек мало что доходит. Там свои воры имеются. Ну, решил напрямую. Кому другую операцию. Инвалидам квартиры покупал. Сиротам помогал. Харчами, учебу оплачивал. Ну, а там с зоны кого-то вытаскивал. Ну, за взятки, конечно. Опять-таки ремонты делал в тех же детских домах, домах инвалидов. О, сейчас покажу. Одной воинской части дом построил на 90 квартир. Стадион в Туле построил. О. Для бездомного офицерья. Вот, видишь, навечно зачислен в состав части. У меня даже своя кровать в казарме имеется. Генеральный директор ЗАО ВВ Привалов. Ну, Привал. Это мой творческий псевдоним. Где ж ты всех находил-то? Радио, телевидение, газета, интернет. Да мало ли где. Это просто. Прям Юрий Деточкин какой-то. Задал ты мне задачку, дядь Валера. Что же мне с тобой делать-то? Эх, капитан, капитан. А вот что хочешь, то и делай. Хоть с кашей ешь, хоть сажай. Я тюрьмы-то не боюсь, сам знаешь. Да понимаю, понимаю. Служба у тебя. Хрен с ней со службой. Так, вот что сделаем. В общем, не нашел я тебя. Не поверят. Судя по всему, ты классный тартун. Не поверят. Поверят. Куда денутся? Ну, давай, за справедливость. Это можно. Да, на проводах. Как пропал? Где? Иванна, кончай истерить. Адрес. Понял. Выезжаю. Что, проблема? Да, такое. Спасибо тебе, дядя Валера. Пора. Давай. Будет желание. Заходи, зарысь по гутарям, бутылочку раздаю. Ну, если приглашаешь, зайду. Приглашаю. Спасибо тебе, счастливо. Ну, бывай. Пойдем, провожу. Алло, Игорек. Почему упустил я его? Как? Вот так вот. Да по дороге. Взял, упустил. Все, ладно, завтра в рапорте все напишу. Все, извини, давай, бой. Простите, Юленька, так получилось. Ну что, нашли соперника? Нашел. Даже не представляете, пообщался.
пили, надеюсь, не за упокой? Нет, во здравие. Кстати, нормальный мужик оказался. Теперь я уверен, что когда я на работе, моя благоверная в надежных руках. Врун, нет у тебя никакой жены. Может, и была, но теперь нет. Не права? Права. Ну, тогда пришла пора расплачиваться. Куда едем? Для начала в Чертаново. Сейчас пробки. Как можно быстрее, пожалуйста. В общем, так. Мужик мой в этот дом к одной тёлке ходит. Таньки зовут. Лет 18 и не больше. Приворожила она его, что ли, я не знаю. В общем, я устроила ему с утра скандал. Он мне поставил фингал под глаз и укатил к ней. И вот я и захотела с ней разобраться. Села в машину и за ним. В какой подъезд вошел, видела выбор квартиры. Засечь не успела, вот и все. Складно звонишь. Проверяйте, заодно я узнаю, где эта сучка живет. Думаешь, пригодится? Сазана, позови. Только не ори. Нормально, позови. Угу. Сазан. Угу. Вот девочка. Подругу ищет, Таню. Таня? Молодуха, лет 18-20. Есть такие? Ну, есть одна шмара на втором этаже. Вот только номер хаты не знаю. К ней мужики косяками ходят. Мать на дежурство, так к ней тропа не зарастает. Ой, коза, хоть и не центровая, но красивая сумочка. Она, походу, за налик на дому принимает. Мне еще деньги платит, козел. Рот закрой! Сазан свободен. Басой, ты тоже. Идите, собирайтесь, через 2 часа уходим. Теперь хоть этажное знаю, спасибо. Не верю я тебе, подруга. Так-то оно может и так, только я рисковать не хочу. В бегах мы. Я тебя это, тихо придушу. Даже ничего не почувствуешь. Как будто заснул и не проснешься. Дети есть? Нет. Дождешься от него. И хорошо. Бабы рожать должны. Родишь с вами, как же. Где тебя так? Вертухай цепанул, как когти драли. Пуля там. Дергает, зараза. Знаешь, если у тебя гангрена начнется, ты меня ненадолго переживешь. Дай посмотрю. А ты что, знаешь что? Во второй чеченскую санбате медсестрой работала. Поехал тоже за ним. А он... дура, в общем, была. Сколько тебе лет-то? Тебе больше 25 не дашь. Спасибо, конечно, только в этом году 4-й десяток разменяла. Позови к своих. Сазан. В общем так, кость не задета. Мне нужен очень острый нож, чистый бинт, пинцет или ножницы, на худой конец плоскогубцы и водка. Ты же не куришь, Иван. Сколько времени прошло, как Катька попала? 62. А местным звонили? Ну, звонили, они говорят, своих сотрудников ищите сами. У нас и так забот полно. А шеф знает? Да. Только к Рубашеву он уже подъезжает. Вот если бы мы этого дезертира установили, сейчас бы здесь цветных было больше, чем негров в Африке. Так я установила. Да ладно. И где он? Квартира 254, фамилия девушки, которая его прячет, Вера Строгова. Так надо местному звонить, чтобы они здесь шерстили уже. Ты понимаешь, что с головой случилось? Как Катька пропала, так что-то соображалка вырубилась. Так звони же уже. Подожди, надо подумать. В райотделе сейчас кто? Дежурные опера? Ну? Из главка раньше, чем через 2 часа не приедут. А Кабашон он рядом, сейчас подъедет. Ну чего, мы с пацаном не справимся. Ты что, Ивановна, ты же всегда была против самодеятельности. А если уж малять начнем? Надо сделать так, чтобы не начал. Он не дурак.
Бабушки сказали, девочка хорошая. Лишь бы кого прятать не станет. Катька попала. Сильно попала. И спасать ее должны местные, которые здесь все дырки знают. И чем быстрее, тем лучше. Быстрее сдадим этого дезертира, быстрее все ресурсы будут брошены на спасение Кати. Понял? Понял. Кто ты? Ну ты молоток, братан. Она тебя по-живому полосовала, а ты даже не пикнул. Уважуха. Ты же обещал, что без боли задушишь. Кто там? Вы Вера Строгова? Да, я. Вам телеграмма из Пальмы до Майорки. Распишитесь в получении. Странно. Мама вчера звонила. Вот здесь распишитесь. Юрий Денисов у тебя? Автомат при нем? Вот и славненько. Я пошел. Давай. Автомат где? В тумбочке. Под телевизором. Разобрал-то зачем? Так, на всякий случай. Чтобы даже случайно не выстрелил. А вы из милиции, да? Из полиции. Это хорошо. А что хорошего-то? Значит, объективно разберетесь. Вы не заинтересованная сторона. Вот это точно. Я ему говорила, надо сразу в милицию бежать. Дело бы по-другому вышло. А что с ним теперь будет? Что будет, что будет. Суд решит. Собирайся, Юра. А явку с повинной нельзя оформить? Со следователем решишь. Сереж, я местных вызываю. А если я настоящих бандитов сдам, мне это зачтется? Вот сейчас местные опера приедут, с ними и будешь торговаться, хорошо? Я серьезно говорю, честно. Вон они в доме напротив там. Подожди, Иванна. Где ты их видел? В доме напротив. Вон. Как же ты их разглядел-то? Да я бинокль с части прихватил. Там 5-й подъезд, 10-й этаж, 2 окна справа. Там не видно ни хрена. Да я видел их вот как вас вижу сегодня. 3 мужика с макаровыми, все в наколках, у одного плечо забинтовано. А Катюха-то, похоже, в этот подъезд поднялась. Так, все понятно. Иванна, вызывай оперов. Угу. ОМОН не забудь. Может, сами отработаем, а? Автомат уже у нас есть. А я вам помогу. Может, зачтется, если этих возьмем. На этих волчар у нас кишка тонкая. Пусть спецы разбираются. А мне куда? Обещаешь, что завтра сам придешь? Конечно, он обещает. Мы завтра вместе с утра придем. Так, ладно. Садитесь, пиши записку. А что писать? Так, мол, и так. Дорогая, любимая, ага. Возьми этот автомат, записку, отнеси в милицию. В общем, якобы она этот автомат с запиской нам от тебя принесла. Да-да-да. Ну что, мне тебя учить? И про бандитов не забудь. Хорошо. Где видел, когда, во сколько. Ну, в общем, все. Как тебя звать-то? Только по-настоящему. Николай.
там большой срок оставался, да, вот и сбежал. Ну, не знаю. Не успели дать. Мы с автозакой дернули, когда нас в суд на приговор взяли. Значит, за побег еще дадут. Я назад не собираюсь. Ксиву сделаю из своей страны. Заначку в казне есть, а будут брать, я живым не дамся. Возьмется. Ага. Жизни торгуешь? Не боюсь, не убью. А я за удовольствие привык платить. Дурак. Ну, я знаю. Был бы умный, сразу бы тебя кончил. Мы тебя свяжем. Приезжаешь тут денек. Я потом сам им там звякну. Извини, я больше не могу. Да что ж, на том спасибо, Коля. Может, позвонишь как-нибудь? Может, позвоним. Как-нибудь. Выпить хочешь? Ты бы лучше внизу обождал, мы сами справимся. Не могу. Там наша сотрудница. Если жива. Хотя если баба, то может и жива. Урки народ голодный. Заткнись. Тихо. Ты говорил, у них стволы? Да. Три макара. Похоже, все сходится. Те двое, что вчера с автозака дернули. Три ствола на минус. И двоих конвойных завалили. Один сегодня 200-й. Видать, у старого кореша отсидеться решили, которого никто не знал. Матеры. Таких на прикол, типа вы нас затопили, не возьмешь. Кто живет, знаешь? Знаю. Решетов Владимир Сергеевич. По хулиганке судим, но вроде ни в чем замечен не был. А может, на арапа? Это как? Ну так, плановый обход участкового. Сначала в одну квартиру позвонишь, потом в другую, потом к ним. Увидишь, что один откроет, куда денутся. Мужики, я это... Вы только не подумайте ничего, но... А вдруг они сразу стрелять начнут? А у меня дети маленькие. Раздевайся. Мент соседями базарит. А в чем базар? Они пацана какого-то ищут. Вроде как во дворе машины какие-то бьют. Кто участковый? А хрен его знает. Они же меняются, как носки. И что, часто они так ходят? Главное мероприятие. Сейчас к нам придет. Что делать будем? Она открывает или нет? Там мусора. Сколько? Вроде один. Сначала с соседями базара. Теперь к нам. Тихо. Откройте, пожалуйста. Это ваш участковый. Не открывай. А если не уйдет? Я знаю, что вы дома. У меня к вам пара вопросов. Так. Пускаем. Кончаем. И быстро уходим. Тихо лежи. Матас, менты! Слава Богу. А ментовку вашу мы все-таки отметили. Будет что пацанам стоять рассказать. Пошел. Надо было тебя сразу прикончить. Одевайся, Катюш, тут без нас разберутся. Семен, обыщи комнату. Есть. Ну что, я первый. Взяли троих. Походу, наши клиенты. Секунду.
хочу выпить. Сейчас. Юль, притормозите, пожалуйста, около магазина. Извините, что так получилось. Возьми. Позвонишь как-нибудь. Счастливо. Красивая девочка. Что? Знаю только, что Юлии зовут. Вам чего, молодые люди? Водки. Самые хорошие водки. Да вы что, обалдели, молодежь? Ночью не торгуем. Нам можно, у нас допуск. Это правда. 400 рублей устроит? Что, здесь, что ли? Давай хоть, блин, стаканчиков куплю, а? Не надо. Лейтенант Савельев, что же вы, граждане, до дома потерпеть не можете? Документы предъявите. Расслабьтесь, господа полицейские. Свои. Ну, извини, капитан. Кто-то у вас тут? Бандитские пули. Бывает. Поехали ко мне. А то боюсь, что одна не усну. Дай-ка сюда. Тогда уж лучше ко мне. Комфорта больше, чем у тебя в коммуналке. А, ты же у нас теперь казак свободный. Поехали. Вон такси, лови его. Заходи. У тебя горячая вода-то есть? Найдем. Да, похоже, только это мы здесь сегодня и найдем. Ты сам сказал, что я могу забрать все. Я тебя за язык не тянула и забрала все. Прощай. Она у тебя дамочка с юмором. Не без этого. 10 лет смеюсь. Силами уголовного розыска ОВД Южного округа. При задержании преступники оказали активное вооруженное сопротивление. Но благодаря четкой организации и высокой профессиональной подготовке сотрудников уголовного розыска и ОМОН обошлось без жертв. А когда шел меня спасать, тоже кости кидал. Произошло дорожно-транспортное происшествие. Кидал. Столкнулись газы и... Ну и как? Три человека госпитализированы. Сотрудники ДПС... Как видишь. Смотрите после программы «Семь».